Бетховен, Богатель, соль мажор из сочинения 126-го. Выдающийся пианист и педагог профессор Генрих Густавович Нейгауз отмечал, что когда Рихтер играет разных авторов, всегда кажется, что слышишь не только разные рояли, разный звук, но и разных пианистов. Пианист каждый раз другой. Клод Дебюсси, прелюдия «Ветер на равнине».
Прелюдия Дебюсси, Ундина. Рахманинов. Прелюдия соль диез минор.